расскажу вам мою тренировку на все тело. Это круговая тренировка, направленная на сжигание жира. Возможно, вам будет интересно. Ну что ж, давайте приступим. Начинаем мы с жима ногами. Уходим на сгибание ног. Так как я только пришел в зал, поэтому у меня был разминочный подход, примерно на 15-20 раз. Дальше я немножко увеличу рабочие веса, но в этой программе не так важно данными весами, как чувствовать свои мышцы и стараться как можно добиться как можно большего сжения в них. Поэтому веса не очень важны. Еще один разминочный. Сгибание уже можно ставить, в принципе, мой рабочий вес, это 5 плиток, это 50 ЛБС, где-то 25 килограмм. Наша задача максимально истощить гликоген, чтобы запустить процесс сжигания жира. Отдыхать между подходами можно вообще не отдыхать, можно отдыхать минуту или 30 секунд. Всего мы делаем рабочих по 3 подхода на каждое упражнение. На этой диете. На этой программе нормально чувствовать немножко тошноту. Ну и вообще головокружение, это тоже приветствуется. Все приветствуется, значит, что вы на правильном пути. Жим ногами здесь не самый лучший, но я к нему уже что-то привык. Thank you.
делаем все быстренько. Больше воды, глубоко стараемся часто и глубоко дышать, не забываем. Можно в перерывах немного растягиваться, чутка совсем. Подход остался. Дальше мы уходим на следующую группу мышц. Эта программа проходит в первые 3 дня на 1400 калорий для моего веса. Я сейчас вешу ровно 80 килограмм. Вот. Моя задача как можно быстрее скинуть где-то примерно 6-5 килограмм. До 74-5. При этом особо не потерять в мышцах, но убрать весь жир. Надеюсь, это сработает. Окей, дальше идем. Уже мои мышцы достаточно сильно горят. Жими ногами. Я стараюсь делать 25 раз. Потому что это я, конечно, легче для меня. А если я больше сам, то мне тяжело. Важно поймать тот вес, где мы можем делать, где мы можем почувствовать движение. Переходим на следующую группу мышц, это будет у нас
выехать. Также немного вернемся. Уходим на карту нижнего бока. Добавляем до рабочего веса. Нам нужно 5 килограмм. Немного перерыв. Потянемся чутка. Вот так, немного. Перебарщик не стоит уже. Как по мне видно, работать начинает моментально. Я уже мокрый. Итак, ребята, мы возвращаемся. Погнали. Второй подход.
Мы сделаем ревью по этой качалке попозже. Окей, вот дома. У меня очень сильно грустит трапеция. Вот. Еще не идеально делаю это упражнение. Вот. Сейчас мы отбираем телефон и отправляем нашу девушку за водой. Baby, go water. Take water for me. Water? Лео, Лео. Так.
качалка и живет. It's something about my baby. Вот вода наша. Передаю трубку оператору. Все, подзабилось очень сильно. Еще два похода. Ноги и плечи. Матовая тренировка. Мы почти закончили первый круг. Осталось вот добить один подход ноги, плечи, икры, плечи, потом бицепс, трицепс, и потом по основам вернемся к ногам. Потянем, потянем все. После этой тренировки рекомендуется делать кардио. Чем больше, чем лучше. Вообще рекомендуется от 40 минут и до полутора часов. Чтобы как можно эффективнее сжечь жиры.
Два подхода, так как у нас в других упражнениях эти мышцы так или иначе задействованы. Вот здесь мы стараемся как можно больше запамятить, нагнать туда кровь и долить. Три секунды отдыхаем. Икры нереально забили. Последние подходы можно отдохнуть. Пускай перерывал специально, чтобы нужно было делать немножко меньше, чтобы, опять же, выполнить 15, 20, 25. Я сейчас делал по 10, так как не рассчитал. Обычно я делаю 15, 20, 25. Ну, мой первый круг закончен. Теперь давайте послушаем, что скажет Панида Донке. Панида Донке, what do you think about this train? What do you think about this train? Good? What I can say more, yes. Ну, коммент, your comment, you like, not like? Yes, I like it. Why you like it? I don't know. It's intensive or it's slowly? You see her music, can listen. Dance, dance. Okay. You can make video, yes, and photograph. Okay. Expression style. Okay. Say to followers something. Follow me, please. Arigatou gozaimasu. Спасибо.